Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru, нулевой день конференции МВЦ в Барселоне, и первым свое мероприятие проводит компания Huawei, кстати, как и в прошлом году, одна из первых она была, и здесь показали смартфончик, который называется Huawei Ascend P2. Это не флагман, это смартфон такой средней линейки китайского производителя. Основная его фишка – это новый LTE-чип 4-го класса, который по официальным данным из пресс-релиза будет давать возможность передавать информацию со скоростью до 150 мегабит в секунду. В общем, это достаточно много. Не знаю, насколько это близко к реальности, окажется ли это правдой хотя бы, не знаю, в каком-нибудь одном единственном штате Америки. Естественно, в России о таких скоростях нам мечтать и не придется. Но в целом смартфончик достаточно симпатичный, аккуратненький, стильненький дизайн, 8,4 мм его толщина, 4,7 дюйма экран, разрешение HD 1280 на 720, тут также процессор 1,5 ГГц четырехъядерный собственного производства Huawei, 13-мегапиксельная камера, кстати, вполне себе неплохая, мы тут немножко в темноте, ну вот в этих тенях приятных и очень красивых барселонских пофотографировали. Четвертый Android со своей оболочкой, тоже она как бы глаз не раздражает, а даже радует. Смотрите, прикольные иконочки, симпатичная анимация. По первым впечатлениям, в принципе, все достаточно приятно. И цена тоже не удручила, а скорее наоборот, даже порадовала. 400 евро нам сказали, ну, естественно, в России это будет больше. Батарейка, кстати, тоже достаточно мощная, 2350 мАч, если мне не изменяет память. Вот такой вот средненький, приятный, достаточно аккуратный девайс. Называется он Huawei Ascend P2. Это droider.ru. Мы только приехали на МВЦ, и вас ждет еще куча очень крутых, интересных видео. До встречи, подписывайтесь на канал.